Ну, как вам жених? Вполне товарный вид. Ну, а если серьезно, не знаю. Вообще-то внешне впечатляет. Сделайте потише. Друзья, надеюсь, простят, если только один из нас сегодня получит подарок. А что, сегодня у Гули день рождения? А разве брат не может просто так сделать маленький подарок твоей любимой сестре? Браво! Прошу наполнить бокалы. Наш дорогой Эркин Салимович назначен начальником главка одного из ведущих ведомств республики. Итак, за будущего министра торговли. Маленькое уточнение, дорогие друзья. Во-первых, не начальник. Всего-навсего консультант. Где консультант, там и министр. Надеюсь, что-нибудь совсем пусто уже. Не сиди, как на похоронах. Эркин Салимович будет консультировать своих коллег. Но кто-то его должен консультировать. Я думаю, мудрость становится мудрее, если она дополнена красотой. Я предлагаю тост за Эркина Салимовича и его невесту. Но за это нельзя не выпить. Прошу, друзья. Тебя можно поздравить? А чего же нельзя? Поздравляю. Праздничком, сосед! Тебя тоже. Здравствуйте. Айда на скачки. Пивка попьем. Чего-то не хочется. Ну, как знаешь. Сходил бы на самом деле. Пиво бы попил. А я тут все в порядок приведу. Стол накрою. Правда, сходи. Погуляй. Ребята, извините, нам надо поговорить. Отойдите, пожалуйста. Пожалуйста. Тимир, пора кончать эту волынку. Сыграем свадьбу, дело с концом. Куда торопишься? Ей надо учиться. А замуж выйдет какая учеба? Дети, хозяйство, правильно? Ты тоже все дал порядочный. Разве даже учиться? Не могу я больше ждать. В столицу еду. Ты сам об этом прекрасно знаешь. Красавец. Нет, ты глянь. Который? А вон. Да, хороша лошадь. А я ставлю на Каракового. Ставка.
Ставка? Гуля. Ну что? Ну как? Вперед, Каракова, играем свадьбу. Нет, заказываешь ты. Ну что, погнали? Погнали. Эй! Да, шеф? Разбей. Бинокль дай. Пришел Караковый. Когда играем свадьбу? Когда надо, тогда и сыграем. Сердишься? За что? За что? Наверное, за то, что я на тебя накричал. Понимаешь, искусство требует искренности. Жизнь тоже. Даже больше, пожалуй. Ну что ж, пожалуй. Мне холодно, дайте пиджак. Что-то ты не то делаешь, Гуля. А что я делаю? Ты же невеста. Ну какая я невеста? Ну как какая? Аверкин? Как вам не стыдно? А вы говорили лгать подло. Так вот, я больше лгать не могу. Ты же мучаешь меня, Гуля. Необходимо для противодействия Тихоокеанскому флоту Советского Союза. В эти дни в ходе каждого выступления трудящихся. Полей. Поговорил бы ты с Гулей. Иркин все-таки не тот человек, которого можно водить за нос. Сами разберутся. Но Тимир все-таки мой начальник. Хватит. В таких делах я не советчик. Очень благородно. А хлеб с маслом хочешь есть? Хочу. Но только свой, а не чужой. Ну и ешь на здоровье. Только без масла.
Ты не забыл, о чем тебя просил? Да, я помню. Ну, пока. Садыкова прорабатывают за хулиганский поступок. За что? За хулиганский поступок. Если бы так, кто за это предложение? Прошу голосовать. Тогда все, товарищ. Назар Томатович, я очень люблю театр. И ваше участие в нем уважаю, но на работу нужно являться. Вовремя. Виноват. Больше не повторится. Начали. Стоп, стоп. Ученые установили, что исполинская чаша из Цикуля была когда-то еще больше. Мы вам помешали, Назар Самотович? Ничего, продолжайте. Множество прекрасных легенд создал народ об этом замечательном озере, который в Киргизии по праву зовется морем. Скажите, а правда, что оно высыхает? Может быть, вы ответите, Назар Саматович? Это не совсем так. Иссык-Куль занесен в Красную книгу, и заботу о его здоровье проявляет у нас государство. Так что ваша тревога не обоснована. Спасибо. Пройдемте в следующий зал, товарищи. Незабываемые прекрасные рассветы на Иссык-Куле, когда солнце золотит нежным светом снежные зубцы гор. Не надоело? Не мешай. Надоест, позовем. Мало. Беру еще. Дохленькую даму. Поглак. У нас это называется Баден-Баден. Ну, шеф, вы просто ас. Поздравляю. Кто это? Допустил. Роза! Двери надо закрывать, конспиратор. Ну, шеф, желаю приятно провести отпуск. Думаю, девочкам на леденцы хватит. Не беспокойтесь, это муж нашей Розочки, свой человек. Поздравляю. Плохо тебе со мной. Что это ты вдруг? Господи, как я одинока.
А немного ли мы говорим о любви, а? Да. Любовь как деньги. Или она есть, или ее нет. Был бы ребенок, было бы все иначе. Послушай, Назар, давай договоримся. Если я тебе когда-нибудь стану в тягость, ты скажи, ладно? Удерживать не стану. Хорошо? Давай спать. Спокойной ночи. Что вы со мной делаете? Я не могу. Пошли. Идем. Здравствуйте. 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 Роза Саидовна здесь? А у нее ревизоры. Ты посади, а я ее сейчас позову. Идемте. Здравствуйте. Кого я вижу? Вот уж не ожидала. Все цветешь и пахнешь? Ну, признайся, Гуленька, это твоя идея. Моего сюда на Аркане не затащишь. Девочки! Уступи место женщине. Я бы пригласила вас в комнату для представительства, но, к сожалению, там засели ревизоры. Роза. Я хочу тебе сказать. Я слушаю вас, Роза Саидовна.
Девочки, обслужите нас на уровне, да поскорей. Роза. Как поживает Иркин Салимович? Спросите у него. Ластонька моя, ну на свадьбу нас пригласишь? О, как строго. Не обращайте внимания. Роза Саидовна, вас ждут. Гуленька, я, к сожалению, должна вас оставить на минуточку. Ты уж поухаживай за девушкой. Роза, нам надо с тобой серьезно поговорить. Непременно. Скоро вернусь. Я, пожалуй, пойду. Приятного аппетита. Спасибо. Куда же вы, Назар Саматович? Сколько с меня? Все оплачено. Спасибо. Ты готов? Ну что, как говорится, да благословит нас Всевышний. Да. Я пошел. Начинай. Здравствуйте. Привет. А, это ты. Привет. Объясни, что здесь происходит. Торговый Гульнар и Иркин Мусаев имеют честь объявить об их предстоящем бракосочетании и пригласить на свою свадьбу, которая состоится 30 сентября сего года. А как же Муратов? Какое тебе дело до Муратова? Гуля, иди, тебе Иркин ждет. Ну, мало ли дела у баб. Друзья. Спасибо, спасибо, хватит. Выпьем за молодых. Ой, с удовольствием. За молодых. Но не забывайте, что сегодня у нас премьера. Гуленька. Мечтала моя Александра Ивановна о твоем счастье, Нюрок. Думала она об этом дне. Да рано ушла, не дождалась. Живите дружно, уступайте друг дружке. Чужую волю не гнетите. Без воли человеку дышать трудно. Ну, счастья вам! Волька! 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 Не хочу, Мишенька, не хочу твою свободу брать. Ой. Я ведь все-все ночью поняла, когда одна на скамейке сидела. Все ясно было. В тишине мысли чистые тут. Ясно. Светло. А утром подумала, нет, мой он, мой, только загадала, как распишусь, какие у него глаза будут, увижу. И видела,
как ты свой смертный приговор подписывал. А глаза такие спокойные стали, ровные. Люблю ведь я тебя, Миша. Тебя люблю, не себя. Иди! Нельзя. Иди. Отпускаю. Гуля! Гуля! Прекрати!
Дальше идти не надо. Я почти дома. Тебе нельзя идти одной. Но вам туда тоже нельзя идти. Представляешь, что сейчас будет? Представляю. Однако же мы засиделись. Ну что? Поехали. Ты же позоришь меня. Эркин. Я? Ну ты беспокоимся, ждем. Ты о нас подумала? Ну, задержалась у Заремы, так предупредила бы. Не была я у Заремы. Как это не была? Не была. Дура же ты, дура. А где же вы были? Не все ли равно? Тоже верно. Ну и семейка. Вот сука. Полегче на поворотах. За честь женщин в этом доме отвечаю я. У шлюх не бывает чести. Уйди. Уйди подальше от греха. Уйди! Ну что ж, ладно, пошли. С кем ты была? Да с артистом этим. С кем же еще? С Муратовым. А он на тебе женится? Еще как женится. Приведите его. Где ж ты был? Роза, я люблю другую. Ну, допустим. Что дальше? Мы должны расстаться. Вот это видел? Успокойся. Я тебя никому не отдам. Дальше нельзя. Есть будешь? Я сыт. Всем. Вот так! О, только не надо театра. Пошли в дом, на нас смотрят. А, здравствуй, поздравляю тебя. Спасибо. Поздравляю. Спасибо, что опоздали. Телеграмма пришла слишком поздно, и вот... А еще по дороге машина сломала. Ага. А
Где же жених? Да. Жених? Сейчас появится. А вот и жених пришел. Очень рада, дорогой. Поздравляю. Желаю тебе всего доброго. Пока, пройдите в ту комнату. А я... Пройдите, желаю прошу счастья. Вас, проходите, пожалуйста. Прошу вас, проходите, отдохните с дороги, вы устали. Вы тоже. Прошу вас. Ну, здравствуй. Всю жизнь мечтал о таком зяте. Сволочь. Гуля, что я тебе говорил? Тут буду говорить я. Садись. Ты должен жениться. Это наше дело. Ее и мое. 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 Я ее брат. Отец и мать. Понял? Ты должен жениться. Мы с Гулей так и решили. Сейчас же, сию минуту сыграем свадьбу. Но я пока еще женат. О чем ты думал раньше? По-моему, ты не понимаешь, что ты натворил. Увел невесту. Сорвал свадьбу. Опозорил на весь город. Послушайте. Не жениться, не разводиться по вашей указке я не буду. Будешь. Врешь. Да или нет? Сначала мне надо уладить с женой. Мы же так решили, Гуля. Но вы же видите, что тут творится. Только сейчас. Сейчас это невозможно. Слушай. Ты артист. А я ведь, кажется, не называл вас торгаш. Прекратите! Не смейте, что вы так делаете! Сами разберемся. Он к тому же еще и дурак. Тебя жаль. Я думал, ты мужик. Проводите. Значит, не договорились. Они же его убьют. А это уже не наша забота. Поехали. Ah!
домой, пошли. Пошли домой. Пойдем. Пойдем. Назар! Домой пошли! Назар! Назар! Оставьте меня все! Освободите дорогу. Пройдите, пожалуйста. Прошу вас. Потерпевшая, на следствии вы сказали, что вернулись домой под утро. Вспомните точно, в котором часу это было. Я не помню. Но вы ведь знали, что дома вас ждут. Почему вы не вернулись раньше? А вернувшись домой, вы сказали, где провели ночь? Я не помню. Потерпевшая, такая трагедия в вашей жизни. А вы все забыли? Позвольте, товарищи судьи, я протестую. Это же нажим на потерпевшую. Надо учитывать вот ее состояние. Потерпевшая, может быть, вам трудно отвечать на вопрос? Да. Ну, посидите пока. Пригласите свидетеля Торгоеву Такон. Приглашается свидетель Торгоеву Такон. Расскажите, свидетель, что вам известно по данному вопросу? Все известно. А конкретно? А конкретно? Конкретно помолвка была. Гуленька замуж выходила за Иркина Салимовича. Они так любили друг друга. Но это к делу не относится. Как же не относится? Мы на все были согласны, лишь бы Гуленьку не опозорить. Пригласили Муратова по-хорошему. Объяснили. Раз уж обманул, воспользовался, пусть женится. Когда Муратов пришел, он что, все признал? Ну, кто же в этом признается? Но не отрицал. У вас все? Все. Вопросы свидетелей есть? Нет. Нет. Вы свободны. Свидетель привлечен к ответственности за то, что причинил подсудимому телесные повреждения, повлекшие расстройство здоровья. Что заставило вас нанести Муратову телесные повреждения? Это же сестра моего друга. Но не мог я сдержаться. Откуда вам известно, что именно произошло между потерпевшим и Муратовым? А что тут знать? И так все ясно. Так вел себя Муратов в вашем присутствии. Камилу. Обзывал по-всякому. И он еще легко отделался. Ладно, я свое получу. А тебе я все равно достану. Угроза убийством карается по закону. Уведите свидетеля. У меня есть ходатайство. Защита просит допросить находящегося в здании суда Садыкова Бекболота Алиевича. Кто это? Это сотрудник музея, в котором работает подсудимый. Суд ходатайство защиты удовлетворил. Спасибо. Пригласите свидетеля Садыкова. Садыков, зайдите сюда. Меня зовут. Ну, вы идите, скажите всю правду.
Свидетель Садыков. 30 сентября на рассвете на берегу озера. Вы их видели вместе? Кажется, нет. А впрочем, может быть, да. Но ведь вы же гуляли по берегу. Вспомните. Катер еще прошел. Я каждый вечер гуляю и вижу катер. Товарищ судья, вот что я хочу вам сказать. Назар отличный специалист. Очень хороший товарищ и честный человек. Молодец! Вот, хоть один человек сказал правду. Общественное защитное дело вам замечание. Свидетель Садыков, скажите, 30 сентября вы видели потерпевшую и подсудимого Муратова вместе? Это для вас важно? Очень. Суду это важно. Тогда видел. И много раз. Свидетель, вы помните, что говорили на предварительном следствии? Что я говорила? А что я говорила? Ну, что себе позволял подсудимый? А, я еще когда в драм-кружок ходила, года 3 назад или 4. Вот как только выйдешь на сцену, ведь с ног до головы проверит. Зачем же человека поливать грязью? Это же подло. А как Гулю преследовал? Какие житья не давал? Спросите, об этом весь коллектив знает. Это же подло сплетничать на суде. Когда от тебя зависит судьба человека, честного. Я вам делаю замечание. Извините. Она даже бегала от него. Спросите, об этом весь наш коллектив. Да ты пойми, сестренка. У нас же нет другого выхода. Это не выход. А есть другой? Ну поймите же, вы, все было по любви. А ты слышала, что он здесь сказал? Он же всех нас с дерьмом смешал. И отца, и тебя, и меня. При всех. Он любит меня. Ну, что я тебе говорила? У них у всех одно на уме. Опять ты пришла. Иди-ка ты отсюда, без тебя тошно. Не любит он тебя. Если бы любил, женился бы. Но он не может. Не хочет. Чего хотел, добился. Вот и вся любовь. Будут ли у сторон дополнения к судебному следствию? Хорошо. Судебное следствие подходит к концу. Потерпевшие, скажите суду, вы подтверждаете свое первоначальное заявление об изнасиловании? Я не хочу. Я не хочу, чтобы вы судили. К сожалению, это уже не зависит от вас. Разве я не могу его простить? Можете, но юридической силы это уже не имеет. Я повторяю. Свое первоначальное заявление вы подтверждаете? Да. Thank you.
не хочу жить! Тихо! Не хочу! Гони! Отдай меня! Я не хочу жить! Я не хочу! Отпусти меня! Я не хочу жить! Дедушка. Успокойся, успокойся, доченька. Не надо. Не плачь, успокойся. Не надо. Краткосрочное свидание с родственниками на час. Садись. Здравствуй, Роза. Здравствуй, Назар. Ну, как ты? Как видишь. Что-нибудь случилось? Да нет. Вот Гулю привезла. Зачем? Нам не о чем говорить. Не надо, Назар. Поговорите. Так будет лучше. О чем? Она беременна. Да. Ну, рассказывай, какие новости. Была у прокурора? Была. Назар Саматович, здравствуйте. Я несколько раз начинала вам писать, но не могла закончить письма. Я знаю, что никогда не смогу быть прощенной. Такое ведь не прощает. Я проклинаю тот день и час, когда поддалась уговорам и клеветала вас. И бесконечно ненавижу и презираю себя за это. Напишите, Назар Саматович, что мне следует сделать, чтобы хоть как-то помочь вам? Признаться, мне очень нелегко отвечать тебе, Гуля. С некоторых пор я перестал понимать многие вещи. Продолжаю жить, как в бесконечно затянувшемся кошмарном сне. К сожалению, колония не сон. Я ни о чем не жалею.
И знаю, что в нашей жизни надо за все платить. И тебя я ни в чем не виню. Я старше, значит, с меня и весь спрос. Ну ничего, Гуля, жить можно. Жить всюду можно. Лишь бы оставаться человеком. А я человек, смею надеяться. Милый, дорогой, любимый Назар, здравствуй. Снова свет в нашем доме. Поздравляю тебя с сыном. Назвала его твоим именем. Знай, что тебя всегда ждут Назар и Гуля. А вчера я получила еще один отказ. Мне не верят. Считают, что это ты заставляешь взять назад мои показания на следствие. Что мне делать, чтобы убедить их? Не знаю. Гуля, родная, спасибо за сына. Как это здорово, что у меня есть сын. Если бы ты знала, как мне хочется его увидеть. Гуля, спасибо за то, что хлопочешь. Ожидание отнимает силы и надежды. Жизнь уходит бессмысленно. Пойми, время работает против нас. Когда мы теперь увидимся? Через сколько лет? Не лучше ли тебе подумать о себе? Устроить свою жизнь? Ведь у тебя все впереди. А обо мне забудь. Назар, родной, считай, что я не читала твоего последнего письма. Не пиши мне больше таких писем. Я знаю, тебе тяжело. Но это пройдет. Вот увидишь, все образуется. Время не работает против нас. Время работает и на нас. Надо еще немножечко подождать, родной. Набраться терпения. И все будет хорошо. Я написала жалобу прокурору республики. Думаю, что он поймет. И во всем вперед. Областная прокуратура. Он на обеде. И передам. Торгоева? Вы? Здесь? Как видишь. А что ты здесь делаешь? А ну-ка зайди. Заходи. Ребенка кто будет растить? Ты об этом подумала? Да, кстати, Муратов тебе этого не простит. Мужчины такое не прощают. Попадаешь. Вот, подоила. Спасибо. А где отец? Не знаю, что-то не видать. Да, чуть не забыла. Тебе письмо.
Согласно вашему жалобу 12 ноября 80 года, повторно сообщаем. Оснований для отмены приговора по уголовному делу гражданина Муратова не найдено. Прокурор области Карин. Оснований для отмены приговора не найдено. Не найдено.
Сосед! Здорово, сосед! Здорово. Значит, вернулся. Как видишь. А ты совсем не изменился. Молодец. А я тут, извини, огородик твой занял. Ну, жаль, землица пропадает. Правильно сделал. Не думал. Не думал. Что, так быстро вернусь? Ну, думал гудеть моему соседу еще лет 5. Где Роза? Разве ты не знаешь? Так уехала же она. Сразу как их посадили. Кого посадили? Ну ты даешь. Так ты ничего не знаешь. Ну, тут такое было. Аж дым валил. Все жилье пересажали, и ее начальничка тоже. А Роза? А Роза ничего. Правда, прошла как свидетель. Только обидно, сосед. Столько лет рядом прожили, она даже не попрощалась. Куда уехала? Не знаешь? Чего не знаю, того не знаю. Да. Твоя-то, как ее... Гуля. Ну да, Гуля. Знаешь? Знаю. И что застрелилась, знаешь? Знаю. Ну, извини. Я думал, ты не знаешь.